14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Сегодня полностью вылечить это заболевание нельзя. Но чтобы жить полноценной жизнью, его можно контролировать. Как предупредить развитие диабета, смотрите в нашем следующем сюжете. Что вас привело к эндокринологу? Повысился сахар. Хочу, чтобы вы мне назначили на анализ. Татьяне Максименко 4 года назад поставили неутешительный диагноз – сахарный диабет 2-го типа. Инсулин у таких больных вырабатывается. Люберчанка знает, соблюдая диету и ведя активный образ жизни, можно нормализовать уровень глюкозы в крови и избежать осложнений. Заболевание серьезное, слежу за своим здоровьем, поэтому часто посещаю доктора. Сдаю все необходимое, анализы, выполняю все назначения доктора. Чтобы выявить заболевание и скорректировать факторы риска его развития, нужно своевременно проходить обследование. Пациент обязательно должен, конечно же, проходить диспансеризацию раз в год, по необходимости раз в полгода. Если пациент замечает частую сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, сухость кожи, необходимо обратиться к терапевту по месту жительства. Терапевт перенаправит к эндокринологу. По данным Международной диабетической федерации, в настоящее время в мире 537 миллионов взрослых людей живут с диабетом. В округе на диспансерном учете у врача-эндокринолога состоят более 10 тысяч человек. Из них 1000 ежегодно проходит лечение в условиях стационара в эндокринологическом отделении Люберецкой областной больницы. Луиза Егиазарян, Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.